Уже 5 плюс миллионов отрыв. Еще не вечер. Через 6 минут будет вечер. Надо делать больше. Нельзя упускать шанс того, что у нас сейчас гораздо больше теперь игроков в команде. Каждый игрок это плюс там 100, там 150 тысяч очей. То есть, учитывая, что у нас на 100 игроков больше, это должно быть 15 миллионов плюс очей. Так что вы знаете, что делать, вы знаете, где накатывать бои в рандомчике на ТТ 10 уровня прокачиваемым. Прокачиваемых ТТ 10 уровня. Нет, айпа мы вчера не добили, потому что нужно было делать рискованную атаку. Нужно было помогать своей команде жестко. Поэтому я пошел на твинка, чтобы там накатывать бои и набивать очки. Где вступить в клумба тим? Вот по этой ссылочке вступай в клумба тим. После боя покажу еще раз как. Ну хотя ты можешь сам разобраться. Если что, есть видео. Видеоинструкция. На сайте. Блин, ну зачем выливаете бои? Люди, нафига. Ой. Что не то сделал. Вот куда поехала фаза? Вот он стоял, 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 стоял и поехал умер. Ну зачем? Вот то мне объясни, зачем? Пожалуйста, следи за игрой. Ты просто живи, пожалуйста, только не умирай. Убьешь? Не убил. Почему? Убьешь хоть сейчас? Убил. Все, теперь живи, главное, Тортила. Главное, живи, мужик. Ты мне очень нужен. Просто, чтобы ты здесь был. Хорошо. Отлично. Thank you.
Молодец. процентов. Хотя две зарубы не на бабан были. Одна заруба была на леопардах, самая-самая первая. Одна, точно помню, была на СТБ. И, по-моему, еще одна была, только я уже не помню, какая именно и на чем. Но, по-моему, еще одна была. Армес 96. Нормально. Очень хорошо. Так, давайте. Много вопросов уже прилетело о том, как вступить. Я так понял, много зрителей новых залетело. Еще не в курсе. Но нужно вступить в команду победителей. Обязательно. Короче, переходите по ссылке, которую я... Ой, что это? Переходите по ссылке, которую я кидаю в чат. Что мог? Капец, столько информации. Просто умереть можно. Так что вступайте в тиму. Добил бы, то поел. А я что сейчас делаю? Какой пароль должен быть, чтобы на Трозерекс, который придумаешь? Не, хулиган, такой капс не удаляй. Это как бы свой слон. Тут нужно понимать, какой капс можно удалять, какой капс нельзя удалять. Ну, точнее, нельзя, а ну, не нужно. Капс не нужно было удалять. Молодец. Нехило мне втащил. Мне даже неприятно стало. Лик, я придумал еще один прогноз. Свинство. На третьем месте уже? Где, в турнирной таблице? Да, меня какой-то драг обогнал. Ошалеть. Что за драг такой?
Ты кто? Запятя. Что-то там какой-то сомнительный, Драго. Дорогатим. Спасибо вам. Сейчас посмотрим. Передай, пожалуйста, привет Илье. Это сын твоего подписочника. Он тебя смотрит. Кого-кого? Подписочника? Нормально. Ильюха, привет. Привет, Ильюха. И папе твоему привет. Спасибо, что смотрите. И спасибо, Миша. Но это же звезда. Куда он меня пробил? Не Драго Тим, какой-то Драго Экселленс. Вот там какой-то немножко подозрительный воин. Там очень подозрительный воин. Сейчас вы поймете почему. Здорово, Сиверт. Нельзя сделать веб поменьше на полэкрана. Пойдет? Спасибо. Передавай привет Бладе. Он смотрит за тобой уже 4 часа день. Спасибо, Ник. А знать еще. О, какие люди. Всем привет. Вступил в ваши ряды сегодня, но играть сегодня не смогу. Жены день рождения. Маленький юбилей. Поздравляй. Поздравляй от меня и от всех нас. И с днем рождения. Желаю вам прекрасной совместной жизни. Здоровья. Максимально крепкого. И позитива побольше. А отыграть, как тебе вообще удобно? Буду рад любому бою в любой день. Где взять реферальный код на вступление в нашу тиму? Как где? Вот он. Вот он. Вот он. Вот везде накидал.
Я сейчас отлечу от голода, так хочу есть. Скорее надо этот будет играть. А, у них еще и мантикора есть, но это GG. Вот. Отлично. На 95.02. Сюда! Ай, хорошо, господи, как же я разваливаю этих людишек. На армии стащим. Тащим катку. И резко вправо. О, боже, это просто гениально, вы понимаете? Вот так надо читать игру. Не зря выступаете, типа, не зря. Точно так же будете играть, те, кто вступил. Даже вот так вот сделаем. Вот такая порция. Бомба. Переметочки. Ну хорошо. Хорошо, делаем скрин. ТГ, это был какой? Это был у нас 13-й танк или 14-й? Я уже запутался. Так. Сохранить. Какая у нас сессия получилась сегодня? 5800. Нормально. 4996. Ну, тоже неплохо. Какой это танчик у нас был по счету?